В Одесской области полицейские разоблачили 4 мужчин, которые на протяжении длительного времени держали в страхе целый район. Злоумышленники запугивали и грабили людей. Сейчас полицейские задержали только одного подозреваемого. Был задержан один из злоумышленников, 28-летний житель ПГТ Любашовка, который также подозревается в совершении убийства 42-летнего гражданина в сентябре прошлого года. У подозреваемого полицейские нашли пистолет и тротиловую шашку. У его товарищей тоже провели обыски. У них обнаружили пистолеты, патроны, взрывчатку. Начато следствие.